Тем временем на северных окраинах Брюсселя, куда ведут следы террористов, сохраняется крайне напряженная обстановка. Так, в одном из иммигрантских районов группа неизвестных напала на сотрудников телеканала НТВ. Как сообщается, съемочная группа намеревалась в Брюсселе разыскать родственников главных подозреваемых по делу о парижских терактах. На улице к россиянам подошла группа молодых людей. Старшему на вид было не более 20 лет. Средь бела дня к ним подошла группа подростков, где-то человек 7-8, может быть. Вот. И, собственно, задали какой-то вопрос, что вы здесь делаете. Ну, ребята сказали, да нет, мы так просто снимаем. И, собственно, после этого, в общем, не вдаваясь ни в какие, не ведя дальше никакой диалог, просто набросились и начали избивать. Кроме этого, забрали все личные вещи. Хулиганы отняли у сотрудников НТВ рюкзаки, в которых были документы, кредитные карты и ноутбук. Позже двоих нападавших задержала полиция. Паспорта удалось вернуть, остальные вещи бесследно исчезли.